Ребята, для начала хочу сказать вам огромное спасибо за 10 тысяч подписчиков на канале. Для меня это огромное число, и я даже не предполагала, что дойду до него. И по этому поводу я захотела провести конкурс на большой блокнот Moleskine. И для того, чтобы проучаствовать, вы можете перейти по ссылке в описании на мой Инстаграм. Под постом будут написаны все правила. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на канал, участвуйте, и всем удачи. А теперь к видео. Ребята, всем привет! Вы даже себе представить не можете, насколько долго я сейчас выставляла здесь свет и все остальное, поэтому я уже скорее хочу начать это видео, потому что слишком много подготовки оно у меня заняло. Сегодня будут достаточно нетипичные темы и формат для меня, но так как в конце ноября проходила Черная пятница, прекрасные три, как оказалось, а не один, дня, когда вы можете тратить свои деньги и думать, что вы их тратите реально впрок, я решила, что это отличный повод для того, чтобы снять видео именно о покупках и о том, как я их делаю, и просто с вами поговорить о подобных вещах. Помимо всего прочего, я очень хочу поделиться советами, как все-таки выгодно пошопиться в этот прекрасный день и что стоит делать и чего не стоит делать. Так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Трактор едет. Почему, как только я начинаю снимать, что-то интересное происходит на улице? Объясните мне. Если вам не очень интересны некоторые темы, потому что здесь будет все от одежды, косметики до канцелярии, книжек и прочего, в описании будут тайм-коды, по которым вы можете переходить или же перематывать, если я поленюсь делать прямые ссылки. Я начну с вещей, которые я люблю больше всего, и это канцелярия. И первый мой вам совет. Перед тем, как идти что-то покупать, особенно в Черную пятницу, так как мы фокусируемся на этом дне в году, обязательно продумайте, что именно вам надо. Потому что как только вы придете в магазин, как только вы откроете онлайн-магазин, вы потеряетесь, и вы будете складывать себе в корзину все, что вы видите. Потому что, ух ты, книга в Санкт-Петербурге, очень интересно. Ух ты, карандаш, не знаю, там 5 метров, резинка на 5 лет, которая называется ластик. В общем, вы поняли, всякий хлам, который будет с минимальной скидкой, будет бросаться вам в глаза. И на это как бы нацелено весь вот этот вот шабаш, когда продавцы хотят вам впарить как можно больше вещей, которые бы они хотели уже поскорее сбагрить. Я, может быть, кого-то сейчас расстрою, но действительно Черная пятница делается для того, чтобы обновить ассортимент в магазине и дать место для закупок новых товаров. Поэтому, что касается канцелярии, обязательно продумайте, что вам нужно, и напишите это где-то себе либо в заметках в телефоне, либо напишите на отдельной бумажке. Допустим, вам нужен там ежедневник, блокнот, 5 ручек и какая-нибудь тетрадка. И вы идете и целенаправленно ищите именно эти товары, потому что иначе вы попадете в долги со своей кредитной картой. В общем-то, чтобы все было честно, стоит сказать, что вот эти блокноты я покупала на свои деньги, будь то это заработанные, будь то это идеальные, и я решила себя просто порадовать, потому что мне захотелось так. Вместо того, чтобы проесть эти же деньги, мне показалось, что лучше будет их куда-то вложить, потому что, ребята, я смотрю свои расходы, и в этих расходах 73% тратится на еду. Так как в последнее время у меня появилось намного больше событий, чем было раньше, я решила себя побаловать вот таким вот Moleskine'ом. Он мне обошелся, я не помню во сколько, но вы это будете видеть на экране. Я бы его пошла покупать в любом случае, просто сейчас в Черную пятницу я его купила типа с удовлетворением, что это было сделано со скидкой. В другой момент я бы по-еврейски закатывала глаза, но все-таки купила бы его. В общем-то, это типичный Moleskine, планер на 2018 год. Я решила не покупать ежедневный планер, где у вас есть целая страница на каждый день. Мне хватает, в принципе, такого, который на неделю. Потому что событий, конечно, больше стало, но не настолько, чтобы прям расписывать все и вся. Поэтому я считаю, что это хорошая покупка. Точнее, я пытаюсь себя как бы утешить этим. Не знаю. В общем, теперь я перестану забывать многие вещи и буду, наконец-то, следить за тем, что происходит в моей жизни. Второй блокнот — это прекрасная покупка для моей творческой души, которая плачет. Это вот такой вот размера А5, Leuchtturm 917, лимитированное издание в бронзовом цвете. Это бронза, потому что там еще было золото и серебро, но выглядели они, скажу вам честно, достаточно дешево. В общем, это блокнот на 251 лист. У него кремовая бумага, не линованная, и, в принципе, этот блокнот я покупала для того, чтобы у меня был запас для рисунков. Если же я хочу скетчить, это все пойдет вот сюда. И несмотря на то, что у меня осталось еще 2 незаполненных блокнота, скоро они уже подойдут к своему, наконец-то, концу, и я смогу открыть вот этого парня. Следующий блок — это покупки одежды, и чтобы вы не подумали, что сейчас все будет очень скучно, я их буду, конечно же, примерять и показывать вам. Но для начала совет. Перед тем, как вы пойдете по магазинам покупать одежду, вы должны подумать, что вам нужно. И в Черную пятницу отличным вариантом будет покупать базовые вещи, потому что базовые вещи тоже выносятся на распродажи, но в обычной жизни они стоят достаточно дорого. Допустим, рубашки в Заре стоят обычно около 3000 рублей, но на распродаже выносятся некоторые модели, и они стоят уже 1500 рублей, а может быть даже меньше.
и это огромный плюс, и вы можете себе выбрать что-то, о чем долго вы думали, но на что не хотели тратить деньги. Поэтому предварительно подумайте, каких базовых вещей не хватает в вашем гардеробе. Это будет оптимальное вложение, вам не будет обидно за то, что вы купили что-то на скидке и все равно это не носите, и вы реально будете надевать эти вещи. Следующий совет. Обязательно заходите в онлайн-магазины каких-нибудь франшиз типа Zara, Mango, Pull&Bear и любых других, которые вам нравятся, и откладывайте в корзину вещи, которые вам приглянулись. Таким образом, вы потом не будете долго рыться по подвисающему, лагающему, еле работающему и перегруженному сайту, и вы сможете уже в своей корзине видеть, этот товар идет со скидкой или нет. И если же вы не так хотите его покупать, и он идет без скидки, вы спокойно можете его выкинуть из корзины. Если же со скидкой, вы знаете, что надо дальше делать. Оформляете, заказываете, и он приходит к вам. Что касается физических магазинов, куда мы все рвемся, это дело очень сложное. У многих людей нет времени, многие люди работают, учатся, и поэтому единственные дни, когда они могут насладиться этими прекрасными скидками, где с нас просто сгребают деньги, это суббота-воскресенье. И вы прекрасно понимаете, что в субботу-воскресенье любой торговый центр переполнен из-за того, что люди имеют свободное время только в эти дни, но сейчас там в 3 раза больше людей. Поэтому, если вы заканчиваете где-то часов в 6 после работы, или же у вас есть возможность после учебы достаточно рано поехать в торговый центр и что-то купить, делайте именно так. Я с мамой ездила покупать одежду в где-то 3 часа дня, потому что у меня закончились пары, я приехала к себе домой, и мы поехали. Были все размеры обуви, что достаточно трудно мне найти, были все размеры одежды, что тоже не так просто. И знаете, есть такой феномен. Когда мне нужны были XL-ки и L-ки, их не было. Сейчас мне нужна S, и ее тоже нет. Это закон подлости. В общем, мы с мамой купили все, немножечко постояли на кассе в очереди, но в целом мы остались довольны, мы не нервничали, мы поехали домой и прекрасно себя чувствовали, и были удовлетворены покупками на 200%. Но опять-таки, если у вас есть возможность избежать похода в физический магазин, я вам советую это сделать. Следующий совет тоже очень важен, он мне, к сожалению, в этом году не пригодился, но я очень над ним раздумывала и очень хотела его опробовать. Заранее подумайте, какие долгосрочные вложения вы хотите сделать. Большинство американско-европейских сайтов уже сделали доставку в Россию, и если вы захотите купить себе, допустим, те же Уги, вы сможете их купить не за 170 евро, а всего лишь за 130. Конечно, всего лишь здесь звучит абсурдно, но сэкономить 40 евро на Угах, которые стоят у нас в 3 раза дороже из-за растаможки, это прекрасный выход. То же самое, если вы хотите себе ботинки от Timberland, заходите на их онлайн-сайт, желательно какой-нибудь европейский, смотрите, и даже с доставкой они обойдутся вам дешевле, чем то, что мы видим в наших магазинах. Собственно, мы переходим наконец-то от советов к тем вещам, которые я купила. Эти вещи были куплены чисто на родительские деньги, потому что мы ходили с мамой, и мама мне все купила, и это тоже стоит упомянуть. В общем-то, первая вещь, которую я купила, сейчас на мне. Это свободная рубашка, достаточно классического кроя, и так как я не люблю совсем классические вещи, мне она идеально подходит по моему вкусу и по моему, скажем так, стилю. Она очень удобная, она очень свободная, мягкая. Следующая вещь — это тонкий свитерок. Как я уже сказала, я очень люблю простые базовые вещи, и мне комфортнее намного ходить во всем таком отчасти минималистичном, без всяких цветов, потому что его намного проще комбинировать. Скажу вам честно, приглянулся мне не сразу, но мне мама сказала, смотри, давай померим, и я подумала, что да, хороший цвет, который мне нравится, фасон вроде бы тоже ничего, поэтому стоит попробовать. Я его померила, он идеально сел, несмотря на то, что он немного узковат в груди, я подумала все равно, что его нужно взять, потому что потом, через пару месяцев, я пойду ныть, что мне нужен подобный свитерок, и его уже либо не будет, либо он будет стоить так, что я поплачу и уйду. Следующая вещь — это моя любовь. Я обожаю теперь эту вещь и ношу ее достаточно часто. Это болотного цвета кардиган. Кардиган с захлестом, скажем так. У него есть завязочка. Можно делать бантик спереди, можно делать бантик сзади. Он очень удобный. С ним можно комбинировать любого рода тонкие маечки, даже, может быть, маечки-ночнушки, как любят называть, или комбинации. И даже в повседневной жизни тебе будет удобно с ней. Дальше пойдут более такие, скажем, массивные покупки. И одна из них — это куртка. Мне не очень нравятся такие фасоны. Мне не нравится этот внутренний мех, похожий на шерсть барашка. Но тут я увидела, что у нее совершенно иная подкладка. И мы как-то с мамой так подошли, глянули и подумали, может быть, померить? Почему бы нет? В принципе, учитывая то, что в Москве зима где-то -1, +1, 0, может быть, ее можно даже носить в данный период времени. Я ее померила, она села безумно приятно, безумно удобно. У нее огромный капюшон, как это вы видите. И можно под нее надевать толстый свитер. Вам будет тепло, вам будет уютно, комфортно. И при этом она не стесняет движения. Следующая покупка будет идти в паре, и я ее буду вам показывать вместе. Это 2 пары сапог.
это ботфорты. Я очень долго хотела ботфорты, похожие на те, что есть у Кайли Дженнер. Но окей, я искала хотя бы те, у которых будет достаточно плотный такой устойчивый каблук, и их я не нашла. Но нашла две пары других прекрасных ботфортов, которые отлично выглядят, которые подходят, к сожалению, только на более-менее теплую погоду. И одни сделаны из текстиля, это что-то между тканью и непонятно чем, как будто бы под замшу, а вторые сделаны из кожзаменителя. К сожалению, кожаные стоят намного дороже. Но тем не менее, сидят они отлично, с колен они не сползают, в них можно прекрасно передвигаться везде, в них можно сидеть, стоять, ходить, и они отлично на тебе сидят, и тебе очень удобно. Вот такие вот вышли покупки одежды, и сейчас последний блок, это блок косметики, так что если вы знаете, что вам не интересно, вы можете сразу останавливать это видео. Косметика была куплена также на деньги родителей, мне купила ее мама. Теперь мы перейдем с вами к советам. Совет номер один. Вы, пожалуйста, очень сильно подумайте, что вам все-таки нужно, потому что в черную пятницу нужно заменять реально нужные вещи, а не просто что-то скупать, чтобы потом не расстраиваться, что вы зря потратили деньги. Первая вещь, которую я очень хотела и которая мне очень нравится, потому что я люблю такой концепт вообще продуктов, это гель для бровей, который вы наносите, он застывает, отдает как бы цвет вашей кожи, вы снимаете пленочку, и у вас остаются оформленные брови. Все это держится около 2-3 дней, как они обещают, и я могу подтвердить, что держится это даже больше, особенно если подержать больше 20 минут, как там написано. Прекрасная вещь, там есть 3 оттенка, я взяла самый темный, поскольку он подходит под цвет моих волос, и полностью довольна, и это вещь, о которой я вообще не пожалела. Следующее, это нашумевшая подводка, которую сначала сделали MAC, потом все начали копировать, и так как я человек, который умеет управляться с тонкими линиями, поскольку я всегда рисовала, у меня нет проблем с начертанием стрелок на своем лице, то есть я рисую достаточно ровно и не испытываю никаких неудобств при этом. Но мне очень понравился концепт этого продукта, и мне было интересно попробовать, действительно ли вот эта вот круглая вещь, плоская, похожая на диск, работает, и действительно ли ей намного удобнее рисовать стрелки, нежели карандашом, или, допустим, каким-нибудь маркером-фломастером. Так как у меня не было прям дикого желания купить, я заказала у мамы именно этой фирмы, это Art Deco, потому что я не захотела тратить деньги на маковскую. В общем-то, я скажу так, я была не в восторге от нее, мне она не так сильно понравилась, как я ожидала. На самом деле, если вы впервые учитесь рисовать стрелки или вы не особо опытны в этом, вам будет очень сложно с ней управляться, и вы, скорее всего, нарисуете очень кривую линию. Во-первых, вам не очень удобно из-за слишком тонкой, ну, назовем ее так, кисти. Во-вторых, продукт очень жидкий. И, кстати, в-третьих, это силиконовая подводка, и у вас есть один шанс нарисовать ее, потому что потом она снимается вот примерно вот так вот. То есть вы как бы ее снимаете, и как только вы начинаете возить еще раз, она стирается с вашей кожи. Но при этом она достаточно стойкая. Очень странный продукт, и скажу так, если вы хотите попробовать что-то подобное, я бы не советовала вам, если вы новичок, потому что здесь нужна уже набитая рука. И последняя вещь как раз связана с тем, что у меня закончилась подводка, точнее, она уже превратилась в непонятно что, потому что ее около 4 лет, и это очень плохо. Это подводка от Maybelline. Мне очень нравятся гелевые подводки, они не стираются с моей мордашки, учитывая то, что я очень мимически подвижный человек и вот так вот делаю со своим лицом. Это важная вещь для меня. Сначала я почитала отзывы про нее, и как бы я смутилась от того, что люди пишут, что у нее безумно неудобная кисть, и все там плохо и грустно. И знаете, меньше читайте отзывы на самом деле. Я с большим сомнением говорила, просила ее купить, и еще была проблема, что не было черного цвета, был черный хром. И, то есть это подводка с блестками. В общем-то, скажу вам так, кисточка здесь удобная, краска здесь прекрасная, на кожу наносится отлично, и все супер. Не знаю, какие были у кого вопросы, я вообще человек привередливый по поводу косметики, особенно по поводу подводок. У меня их было 20 за всю жизнь, и из них мне понравилось штуки 2-3. Поэтому я считаю, что это отличный продукт, и отличный продукт за эту цену, потому что это масс-маркет, это не какой-нибудь там супер навороченный MAC. Поэтому если вы человек, который искал себе гелевую подводку, Maybelline, вот там есть 5, по-моему, или 6 цветов, прекрасная вещь, очень удобно в нанесении и просто прекрасно. Наконец-то мы завершили наше долгое видео, и я надеюсь, что новый формат вам понравился, потому что для меня это нетипично, и мой канал вообще направлен совершенно на другое, но так как я постаралась это связать с советами для покупок, надеюсь, это будет полезно вам. Если вам понравился такой формат, если вам понравилось конкретно просто это видео, вы знаете, что его можно оценить вот здесь вот. Пишите в комментариях, если вы хотите еще больше чего-то такого. Если вам было бы интересно введение каких-то рубрик, связанных с модой и прочим, может быть, каких-то лукбуков. Я всегда открыта к новым идеям, главное, чтобы это нравилось вам. Ну а пока спасибо большое за просмотр и до встречи в следующих видео.